Добрый вечер всем. К сожалению, я не знаю украинского языка, поэтому хочу вам что-то сказать по-русски. Мы здесь, потому что мы знаем Бога. Мы здесь, потому что мы знаем, что Он добрый. Мы здесь, потому что мы знаем, что Он сделал для нас. Что Он умер за нас, что Иисус умер за нас, чтобы мы могли быть с Ним в вечности. И потому что мы знаем Его, и мы имеем это сокровище, эту вечную жизнь с Ним. Мы тоже хотим об этом рассказывать другим людям, потому что это очень ценно, это сокровище, это, что Иисус сделал на кресте, это сокровище. Он пролил за нас свою святую кровь, за каждого человека. Но ты должен это принять, лично принять. Если ты в это не поверишь, если ты это не принёшь лично, это не повлияет на твою судьбу. Если ты этого не принёшь, ты пойдёшь просто в ад. Потому что только человек, который родился свыше, только человек, который принял жертву Иисуса, кто обмыл себя в Его святой крови, может быть в вечности с Богом. И Иисус сделал это для каждого человека. Бог настолько любит людей, что решил стать человеком, жить между людьми и умереть за их грехи. Он сделал это лично для тебя. Когда Он умирал на кресте, когда Его распяли, Он думал о тебе. Он умер за каждый твой грех. Именно за твои грехи. Не думай сейчас о других людях, подумай о себе, что Он умер за тебя, лично за тебя. Ты представь это себе, что великий Бог стал человеком и умер за тебя, чтобы тебя спасть. А сейчас ты можешь это принять. Это для тебя. Но просто нужно решить в своем сердце. Ты должен решить это в своем сердце, что ты этого хочешь. И нету ничего, чтобы было важнее, чем это, что сейчас слышишь. Это самая важная жизнь, самая важная вещь, которую ты услышал в своей жизни. Потому что это стоит твою вечность. Это касается твоей вечности. Иисус возвращается на эту землю. Сейчас есть время благодати, сейчас ты можешь покаяться, ты можешь прийти к Нему. Но когда Он вернется, Он сюда вернется как судья, как царь царей, великий царь царей. И тогда будет слишком поздно, чтобы прийти к Нему. Тогда будет слишком поздно. Сейчас есть время, чтобы помириться с Ним. Просто ты поверь, что Он умер за тебя на кресте, что Он воскрес. И ты попроси Его, чтобы Он стал твоим Господом и Спасителем. Если ты честно это сделаешь, Он придет в твою жизнь. И ты будешь с Ним в вечности.